В Тобольске продолжается подготовка коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду. Работы проводятся в рамках ремонтной и инвестиционной программ компании «Суэнко». Это капитальный ремонт, реконструкция тепловых сетей и оборудования, а также проведение ремонтно-профилактических мероприятий. На улице Тимофея Чаркова, где сейчас строят кольцевой перекресток для автомагистрали М8, реконструируют тепловую сеть. Энергетики перекладывают надземный трубопровод, он будет проходить под землей. Также реконструкцию инфраструктуры проводят в микрорайонах. В 7-м А микрорайоне реконструируют 114 метров теплотрассы, в 8-м – тепловую камеру. Прямо сейчас идут работы и на пересечении проспектов Комсомольского и Менделеева. Здесь меняют два крупных изношенных участка магистральных сетей общей протяженностью 400 метров. Параллельно энергетики проводят капремонт сетей канализации в районе торгового центра «Плаза», меняют напорную линию сети водоотведения на улице Кирова и оборудование на насосных станциях. Скоро специалисты приступят к замене ветхих участков трубопроводов на улицах Красноармейской и Самаровской. Самые масштабные работы на магистральных сетях канализации в этом году идут на главном самотечном коллекторе по улице Семена Ремезова.